Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев провел ряд рабочих встреч. Одна из них с генеральным директором компании «Мегамикс». Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев провел ряд рабочих встреч. Одна из них с генеральным директором компании «Мегамикс» Василием Фризеном и руководителем агрохолдинга «Юрма» Сергеем Розаевым. Компания «Мегамикс» стала собственником «Юрмы» еще в прошлом году. Предприятие входит в перечень социально значимых для экономики республики объектов. Олег Николаев обсудил с предпринимателями план развития. В агрохолдинге сейчас идет реконструкция производственных площадей. По-прежнему одной из главных остается проблема загрязнения воздуха. Жители столицы Чувашии периодически жалуются на неприятный запах, вызванный некачественной утилизацией отходов производства. В этом направлении работа ведется, отметил Сергей Розаев. В агрохолдинге освобождают пометохранилище. Фермерам реализуют органическое удобрение, которое безопасно для окружающей среды. Кроме того, новый инвестор ввел в эксплуатацию два цеха по компостированию помета мощностью 20 тысяч тонн в год. В будущем агрохолдинг намерен достроить завод по переработке помета в гранулированные удобрения.